что написано. Что-то про войну за свет. Не понимаю, если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Темный эльф! Собакина! Огонь! Береги! Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Фу, откуда взялась эта гадость? Кто-то сказал? Нет. А, ладно. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Это Синдри? Смотри, там на берегу лодка. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Ах, таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я.
Он предпочитает работать с металлами, с голыми... С голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но не стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. Ну, что вас привело, друзья? Не пропадай!
Атрей, сюда! Да, отец! Поплыли! Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но вдруг... Нас их дела не касаются. Погляди, наверное, это и есть храм.
Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам – ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Ого, тут тоже есть чаша с песком. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Это что? Оставлю себе. Крепко заперто. Ах!
получилось! Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы Эльфу? Нет.
Я уже готов. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Шаг.
долбоёб, блядь. Ёбаный в рот. И шаг такой, сука. Ебать. Даун. Отлично! Что это? Ладно. Так... Что это? Что это?
Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой, ну, хорошо, что я не пил морскую воду, да? Это так. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Можно починить там. Вроде что-то получилось, кажется. Почему они нападают на нас? Потому что мы чужаки. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Что это? Тут больше ничего нет. Может, нам еще раз осмотреть чашу песка? Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода.
мальчик? Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за Светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого, что мы нашли? Отец? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога? Назад, быстро. Это не к добру. Готовься. Что? Вперед! Надеюсь, не зря. Идем дальше?
этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Ого, хитро, очень хитро.